26 мая художественной галереи исполняется 15 лет. В 2008 году галерея открыла свои двери для горожан на первую в истории Сарова акцию «Ночь в музее». В свой день рождения художественная галерея открывает две новые выставки. «Образы России» подготовили совместно с Российским музейным выставочным центром «РосИЗО». Здесь представлена живопись, графика и декоративно-прикладное искусство ведущих художников 20 века. Народных художников Аркадия Александровича Пластова здесь представлена работа. Валентина Михайловича Сидорова. Здесь есть работы Грицая, здесь работа Верейского, здесь работы Майя Митурича. То есть это знаковые имена цвета советской живописи. Самая старшая работа на этой выставке написана в 1919 году. Ей больше 100 лет уже. Еще одна выставка «В солнечном свете» московского художника Александра Боброва, с которым саровский зритель может увидеться на творческом вечере. На картинах автора Крым, Юг, пейзажи средней полосы России изображены в импрессионистической манере. На ночь в музее художественная галерея подготовила 11 творческих мастерских как для самых маленьких, так и для среднего школьного возраста. Обязательно предварительная запись. У нас еще будет такой мини-проект внутри ночи музеев, который мы не случайно назвали «Пятнашки». Ну, потому что нам 15 лет, и пятнашки все помнят эту детскую игру. Только у нас этими пятнашками станут холсты. Холсты художников, которые их возьмут, напишут натюрморт. Гостей художественной галереи также ждут фотосессии и большая кинопрограмма для детей и взрослых. Афишу можно посмотреть в группе галереи ВКонтакте или в Телеграм-канале. А через дорогу от художественной галереи саровчан ждут на Бессонницу в Центральной библиотеке имени Маяковского. Все интерактивные площадки будут тематическими и посвященными какой-либо науке или искусству. Многие мероприятия в библиотеке пройдут впервые. В музее книги откроют выставку уникальных медалей императорского монетного двора. Все желающие могут посетить урок по художественному чтению от Юлии Николаевой, актрисы Саровского драматического театра, режиссера, тренера по речи, голосу, по публичным выступлениям. Также она руководитель студии актерского мастерства «Точка Акт». Юлия расскажет о том, как непринужденно вести беседу, как уметь красиво разговаривать, владеть своим голосом, дикцией. Если вы любите танцы и музыку, то для вас мастер-класс от студии творчества и развития «Грация». Здесь научат красиво двигаться, даже без танцевального опыта. Профориентолог Диана Власова покажет техники ведения переговоров. На площадке «Виртуальная энциклопедия» покажут научно-познавательные фильмы детям и взрослым в VR-очках. Также библиотека Маяковского подготовила викторины, музыкально-поэтический вечер, литературные игры, ярмарку мастеров, физические опыты и многое другое. Афишу можно посмотреть на сайте bibliom.ru. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.